Давайте начнем. Немножко интриги, немножко страсти, немножко окунемся в прошлое. Ну, кто следит за моей деятельностью? Кстати, видео понравится людям, которые следят за моим каналом и играют Lineage 2 Mobile, то, ребята, сразу говорю, кто меня поддерживает, просто там, неважно за что ты меня поддерживаешь, просто лайк лепи, можешь написать там какой-то комментарий и все. Если ты не играешь в Lineage 2 Mobile, ты не видел это видео, которое сверху высвечилось, я думаю, ну, не очень будет интересно. Короче, мне сказали, что я трепло, я выдумываю, я вырезаю, я своим противным голосом читаю чужие комментарии и накручиваю людей друг против друга. Пойдет речь о том, короче, вот если вы смотрели это видео, еще раз повторяю, это видео — это основа этого видео. Без того видео вы не поймете, о чем идет речь. Вот фрагмент видео. А кто ты такой, что завалился в альянс, когда основой непонятно где? Этот человек лез в разговор, когда у меня были там терочки там с одним человечком, там за спот, там твины, твин слил твина, короче, ну такое, были проблемы. Этот человек влез в разговор, из-за чего и попал на YouTube. То, что он мне предъявляет, что типа из-за того, что его закинул на YouTube, потому что он влез в разговор, и он написал там такое, типа, ты там кто такой, ну типа, хотел поглумиться, чтоб мне там, ну... Ну, просто человеку приятно, когда оскорбляешь кого-то, и в ответ ты отвечаешь на его агрессию, и он там ловит какие-то эндорфины, какие-то прилив мозгу идет какая-то там, ну... Я не уверен, что этот человек... Я не говорю, что этот человек вот именно больной, о котором я сейчас говорю. Просто есть такие люди, которым нравится, когда они кому-то что-то пишут, потом на их агрессию отвечают. Это может какая-то травма детства. Ну, я не знаю, я не психолог, я обычный задрот, который играет в ММО игры. Итак, чему я веду? Что я сейчас нахожусь в клане варвары, и видно этот человек, которым у меня произошло вот этот конфликт вот недавно, вот пару часов назад, как бы перепалка в чате. На войс он не захотел выходить, пообщаться, прям, ну, чтобы как, ну, узнать. Потому что вы понимаете, что в чате можно писать, что хочешь, и оно звучит двухсмысленно. В конце видео будет сама переписка, я сделал, короче, я просто поставил переписку, как она идет, вот сверху вниз, как идет, и сделал по 2 секундочки. Чтобы вам было удобно читать, вот вы просто прочитаете и... Напишите в комментариях, кто не прав. Может быть, я накручу, может быть, я не прав. Просто получается так, что я на людей наговариваю, и у меня нет фактов. Ну, а вот эти скрины, которые я предоставлю в конце видео, это не факты, это я просто взял диалог и сложил его просто воедино, как он шел, как мы общались. Там еще люди, конечно, писали, я их вырезал, то что они не имеют отношения к этому разговору. А так как человек говорит, что я наговариваю, просто мне хочется узнать чужое мнение об этом. Вы там что-то прочитаете и поймете, что я в чем-то не прав, может быть. Может, вы мне расскажете, укажете. Ну, мне очень интересно. То, что я вижу со своей стороны, что этот человек пытается меня вывести, а он мне пишет противоположное. Ты, короче, себя наговариваешь, ты псих, ты ничего не понимаешь. Ты, короче, сам виноват. Итак, давайте я сейчас расскажу, в чем ситуация произошла. Получается, Дискорд. Вот я нахожусь в клане Варвары, и это клановый Дискорд. Кто-то пригласил этого человека, или он был в этом дискорде, у него какие-то друзья из клана, в котором я нахожусь. Я не отрицаю этого, ну, пускай дружат, ну, люди вольны выбирать себе друзей, ну, люди вольны в своих желаниях, как бы, с кем дружить и с кем ходить, и никто не должен этого запрещать. И вот, и получается, там за клан демонов заговорили. И персонаж Донер есть у нас на сервере, Дагер, который бегает без ограничений. Он просто может поставить чара где-то в лесу зеркал, очутиться в равнинах славы, там где-то, ну короче, вот такой Дагер без ограничений. И там человек скинул скрин, типа говорит, у меня Дагер стоит на голове, там трали-вали. Я пишу, да-да, тоже видел, тоже не раз ко мне прибегал, такой бегающий Дагер, он то тебе прибежит, то убежит от тебя, ну такое. Кто играет Lineage 2 Mobile, тот меня, я думаю, поймет. Так вот, я там написал, вы сами прочитаете, что, типа, да, был замечен такой дагер. И вот этот человек, который говорит, что я коверкаю слова, мне там пишет следующее, ну вы тоже прочитаете, как бы, и расскажете.
Вот с чего начинается диалог просто. Вот с чего начинается диалог, и я прав или нет, вот пожалуйста, вот скрины, прочитайте и напишите свое мнение. Всем спасибо. Я специально рекламу убрал, чтобы вам ничего не мешало понять суть диалога и то, что я не вру, как бы. Ну, может быть, я накручиваю. Давайте, напишите в комментариях ваше мнение. Мне очень интересно и ваша точка зрения, ваша мысль очень мне важна. I'm taking six shots.